записи с тёгом «Лимонник». Как сажать лимонник осенью, сроки и особенности процедуры 14 ноября 2019 года. Подскажите, как сажать лимонник осенью? Соседка поделилась своим кустом, он у нее просто роскошный и оплел всю арку во дворе. Давно просила черенок, так вот она вырастила. Лечебные свойства лимонника китайского и противопоказания к употреблению 29 мая 2019 года. Лечебные свойства лимонника китайского и противопоказания известны немногим. Эта листопадная лиана, дающая яркие красные плоды, является очень полезной. Ягоды применяют для лечения многих заболеваний, благодаря их уникальному. Лимонник китайский на даче. Особенности посадки и ухода. 6 июня 2018 года лимонник китайский славится благодаря своим причудливым ягодам. Произрастает культура в гористой местности и в широколиственных лесах. Родиной лимонника являются земли Японии, Кореи, Китая. Также культура хорошо развивается. Аквариумное растение лимонник. Особенности выращивания и ухода. 5 июня 2018 года по берегам мелких заболоченных водоемов юга Восточной Азии можно встретить густые заросли удивительного растения. Аквариумное растение лимонник. Большой индийский болотник. Номофила прямая. Номофила стрикта. Под такими названиями. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Новые статьи экзотичные. Фрукт соусеп и здоровье человека. 13 декабря 2021 года. Лучшие породы нутрий для разведения на частном подворье. 13 декабря 2021 года. Лечебные свойства травы трифоль на страже нашего здоровья. 12 декабря 2021 года. Как приготовить вкусное ароматное домашнее вино из крыжовника. 12 декабря 2021 года. Необыкновенный пион, уклоняющийся, способ выращивания и лечебные свойства. 11 декабря 2021 года.